Узнать о будущем ремонте своего дома и сообщить показания за коммунальные услуги теперь можно и по интернету. У Пряжа-10 появился свой сайт. Это первый подобный веб-ресурс в Запорожье. Если эксперимент окажется удачным, подобные сайты в скором времени могут появиться и у других Пряжа. Банки, страховые компании и туроператоры уже давно общаются со своими клиентами при помощи интернета. Их примеру решили последовать и коммунальные службы. Свой сайт у Пряжа-10 появился еще несколько месяцев назад. Однако до последнего времени он работал в тестовом режиме. Главная цель этого ресурса – информировать население о работе коммунальщиков, говорят в Пряжа. На сайте можно ознакомиться с документами, согласно которым начисляется квартплата, а также оставить показания, пока что только за горячую воду. Мы сделали такую страницу по приемке показаний населения, счетчиков горячей воды от населения по жилым домам, которые отапливаются от котельной мотор-сечи. В дальнейшем планируем такое же сотрудничество осуществлять с концерном «Городские тепловые сети» и с КП «Водоканал». Подъезд и придомовая территория не убирается. Слесарь отказывается отвечать на вызов. Об этих и других проблемах теперь также можно сообщить по интернету. То есть можно любые обращения, заявления направлять нам в электронном виде. И также в электронном виде мы будем направлять обратившимся ответы. В скором времени на сайте появится раздел, в котором будет публиковаться информация о начислениях за квартплату. Будет полный перечень услуг, которые оказывались, и, соответственно, их стоимость. Также в планах открыть раздел с графиком ремонтов домов. Какие ремонты на каком доме планируется выполнять по нескольким программам. Это текущий ремонт, капитальный ремонт, ремонт лифтов, обрезка деревьев на придомовой территории, проверка газоходов и вентканалов. Подобный сайт сегодня есть только у Пряжа-10. Однако, если этот проект окажется успешным, подобные ресурсы могут появиться и у других коммунальных структур.